Это видео будет о мегалитах долины Бада в Сулавеси, а также парка Лора-Линду, 15 километрах от долины Бада. Данные мегалиты, согласно Википедии русской версии, датируются примерно от 3500 лет до нашей эры по примерно 1300 год нашей эры. То есть, опять-таки, как я говорил, камень датировать невозможно, это только предположение. Ну, как бы никто из ученых реальности не знает, только могут пускать предположение, сколько им лет. Что датируют приблизительно от 3500 года до нашей эры по приблизительно 1300 год нашей эры, вот в этом промежутке. Я тоже навел как бы справки, первые люди в Сулавеси появились примерно 40-50 тысяч лет назад. Возможно, это были даже еще не люди, а приматы, гоминиды, какие-то прямоходячие обезьяны, потому что к людям, как бы лично я, отношу только тип кроманьонцев. А все, что было до этого, это как бы они не люди, они разумные прямоходячие обезьяны, приматы. Поэтому как бы, ну, официально датируют, что первые люди ориентировочно появились приблизительно 30-40 тысяч лет назад в Сулавеси. А вообще первые какие-то там как бы следы прямоходящих приматов датируют приблизительно даже 110-130 тысяч лет назад. Уже какие-то такие как бы приматы жили уже в этом регионе. Разумеется, они никаких статуй не делали, это понятно. Но просто, что первые люди появились на Сулавеси приблизительно 30-40 тысяч лет назад, а первые разумные прямоходящие приматы, которые делали какие-то орудия труда, какие-то там каменные скребки, какие-то каменные там обработанные камни, приблизительно 110-130 тысяч. Еще интересны эти мегалиты, ну, некоторые из них, по крайней мере, они напоминают статуи, вот, которые есть подобные статуи остров Пасхи. Гигантов, великанов, которые, ну, и не только остров Пасхи, вот я видел даже в других местах вот тоже такие вертикальные идолы, как бы каких-то, ну, можно сказать, гигантов, я даже не знаю, как это правильно сказать, как их характеризовать, идолы каких-то неизвестных гигантов. И есть они вот, ну, и также на Сулавеси есть гигантские каменные кувшины, такие же, как и кувшины в Лаос. Тоже гигантских размеров, очень большого веса, ну, как бы измеряемые как минимум несколько тонн, до 6 тонн вес этих гигантских каменных бочек. Тоже похожие на вот каменные бочки, как в Лаосе, только, ну, я бы сказал, что они более качественно обработаны, более такие как бы совершенные, что ли. С крышками, на крышках есть всякие изображения каких-то вот, типа вот, то ли приматов, то ли людей, какие-то вот такие интересные изображения. Как бы очень интересно, тоже загадочное место, датировать невозможно. То, что там официально датируют, они сами не знают. Они говорят в пределах, что вот ориентировочно там от 1400 года нашей эры по 3500 и даже более до нашей эры. Точной даты никто не знает, камень датировать невозможно.